to see you cry. I never listen to your tears and prayers. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You'll get the love and I don't care. I'm sometimes foolish and so vain. Друзья мои, всем здравствуйте! Наш отдых продолжается, и мы уже третий день на Алтае. Село Ая – это самое начало горного Алтая. Решили мы в этот раз не ехать далеко. В прошлый раз, 2 года назад, мы ездили в Чимал. Это еще час езды, так скажем, вглубь горного Алтая. Можно еще дальше уехать на Телецкое озеро. Но это мы посчитали, что это далековато. Вот, ехали мы от Юрги до Аи. 9 часов. Это 700 километров. Вообще 3 трассы, 3 пути. По 3 путям можно проехать от Юрки. Это через Новосибирск самый короткий путь, но не самый быстрый, так как через, сами понимаете, ехать через город. Можно было проехать через город Белово, Кемеровская область. Мы там и ездили. В принципе, ну, неплохая дорога, не самая лучшая. Там есть участки не лучшей дороги, но ничего, нормально. А в этот раз мы поехали через Бийск. Это третий путь, через который мы никогда не ездили, но решили изведать эту дорогу. И немножко пожалели, потому что дорога прям плоховатая. Но, в принципе, в 9 часов мы уложились. Вот. Не снимала. Первые 2 дня я не снимала. Вы знаете, не было желания выходить на связь, не было настроения. И вообще я даже в какой-то момент пожалела, что поехала отдыхать, потому что, ну, настроение совсем не располагало к отдыху. Вот. Ну и плюс... Не лучший фейс у меня был предыдущие 2 дня, когда проводила сына в армию, плакала, глаза опухшие, отекшие. В общем, на связь я с вами не выходила, но небольшой материал все-таки отсняла, и вот сейчас в этом видео я так кусочками вставлю. Заранее нам бронировать наш отдых не получилось, потому что слишком много дел было, и тут и проводы, и диплом, и поездка в Новосибирск. Очень мы активно проводили свое время. А все-таки, чтобы забронировать гостевой дом или турбазу, там, отель какой-то, на это нужно, ну, на это, в общем, надо уделить определенное количество времени, и причем немало, чтобы выбрать, чтобы созвониться. Ну, кто выбирал, тот знает. Вот, поэтому не было просто на это времени, и когда уже в последнее оставалось вот-вот там уже выезжать буквально, и за день перед поездкой я все-таки выбрала отель, это парк-отель Манджирок. Ну, во-первых, конечно, места уже были в хорошие, турбазы, естественно, уже были забронированы, и как бы выбирала по остаточному принципу. Вот, ну, выбрала парк-отель Манджирок. Вы знаете, реклама, конечно, была шикарная, все нам понравилось. У нас в приоритете стоял теплый бассейн, потому что погода не очень жаркая на Алтае. Вот, поэтому стоял в приоритете теплый бассейн. Мы как бы отталкивались от этого выбора. Выбор свой отталкивали от бассейна. Вот, созвонилась, да, мне сказали, теплый бассейн, все хорошо, большая, хорошая, ухоженная территория, номер люкс мы забронировали, номер 8600 рублей в сутки. Вот, мы поехали на 4 дня, то есть 4 дня это 34 тысячи завтрака. Ну, мы как бы на этом и остановились, и уже целенаправленно ехали именно в парк-отель Манджирок. Вот, по приезду в этот отель мы обнаружили то, что все-таки реклама не соответствовала действительности. На въезде в отель уже обратили внимание на
такой, знаете, беспорядок, какую-то разруху, возможно, какое-то строительство велось. Ну, то есть мы были удивлены, что, ну, как-то вот въезд нас не впечатлил, и не впечатлил нас администратор отеля, то есть какая-то грубоватая такая девушка. Ну да ладно, все-таки ключи мы получили от номера, и следующая наша такая неприятность была, это когда мы спросили, где бассейн, чтобы сходить к бассейну. Она нам указала, где бассейн. Мы спросили, сколько градусов, на что она ответила, 23 градуса. Ну, естественно, мы ехали на теплый бассейн, а 23 градуса – это, ну, совершенно бассейн не подогреваемый. Вот, и пришли к этому бассейну, он оказался маленький, хотя на видеосъемке бассейн был большой. Ну, конечно, понятно, что все хотят показать в лучшем свете. Вот, бассейн маленький, бассейн холодный. Территория нам не очень понравилась. Ну и сами понимаете, цена за сутки 8600 рублей. Ну, я поняла, что мы можем найти, пусть даже за такой же бассейн холодный, но цена за сутки будет гораздо меньше. Что мы, собственно говоря, и сделали. Я позвонила в «Жемчужину», в усадьбу «Жемчужина», где мы отдыхали 2 года назад, в пандемию, где нас очень хорошо приняли. Вот, у них бассейн 28 градусов, и цена за номер, за VIP-номер гораздо дешевле, 5600 рублей цена. Поэтому мы, естественно, отказались от парк-отеля «Маджирок», написали заявление, вот в течение дня нам переведут деньги. Ну и поехали в Аю, то есть думали, что будем отдыхать в «Маджироке», это тоже поселок «Маджирок», ну а поехали в село Ая. И уже остановились здесь. Заплатили мы 22 тысячи за 4 дня без завтрака. На территории есть, в принципе, на территории есть все, что нужно для хорошего отдыха. Ски давай. Есть вот такой детский бассейн. Хороший по размерам. Лягушатник, можно сказать, для деток, да. Видишь, как девочка плавает, ничего не боится. Как водичка. Ну, водичка такая, градусов 25, наверное, 26. Почему-то в детском бассейне вода холоднее, чем во взрослых бассейнах. Смотрите, какие шатры на территории. Раньше их не было, это ноу-хау, так скажем, этой усадьбы. Вот сейчас мы тут расположимся, будем лежать, загорать. А Мирончик пошел на бассейн загорать. Хочу. Кушай, кушай. Купили Мирончику горох, малину. Здесь прям вот дядечка носит. Клубника там у него, вишня, малина и горох. Ну, клубники мы уже объелись в Ессентуках, поэтому малинку попробую, на пробу взяли. Ну, вкусно. Мирону понравилось. Понравилась малина? Да. Все, лежим в шатре. Кайфуем? Да, кайфуем. Малина, детки, кайфуем. Перешли загорать, купаться в другое место, уже поближе к нашему дому. Это
такой здесь бассейн. Бассейн с легким подогревом. Я не скажу, что прям сильно теплый, но где-то градусов 28. И вот наш дом. Вот эта часть, это VIP-зона, так скажем. Такое чувство, что эта усадьба полностью в нашем распоряжении. Никого. На другой территории, где простые номера, там, конечно, народу очень много, шумно, много детей. А здесь так тихо, спокойно. Тут еще должен быть фонтан. 2 года назад был фонтан, когда мы приезжали. Вот в этом месте. Сегодня его нет. Все классно. Ниже окунаем, холодно. По шею. Так он на меня на голову залазит. Я что, с головой буду тут уходить? На рукавник ничего не одели. Мама! Мама! Ты что боишься? На рукавнике будешь одевать? Нет. Давай, держись вот за это место. Тут держи. Такая же температура, как у Висендука в бассейне. В каком бассейне Висентуков? А, куда ты полез? Мама! Кого ты нифига не искупался? На руками не пойдемся. Нет. Пойдем сходим в другую усадьбу с простыми номерами, где мы отдыхали 2 года назад. Там тоже бассейн с подогревом. Но там народу очень много. Там повеселее, чем здесь. Мы в этой усадьбе, вот в этом коттедже, мы одни. Может быть, сегодня к обеду, к вечеру начнут съезжаться гости. Так что немножко скучновато стало Мирончику. А в той усадьбе, вернее, в том коттедже, это вообще вся территория называется усадьба Жемчужина. Вот. И состоит она из 3 коттеджев. Вот это 2-й коттедж, самый новый, 2 года назад он был в процессе строительства. Тоже обычные простые номера, вот беседка, мангалы для шашлыков и детский бассейн здесь. Кто проживает на VIP-территории, вот как мы можем ходить по всем территориям, по всем бассейнам. А кто проживает вот в этом коттедже и вот в этом, то есть в обычных номерах, те не имеют права ходить на VIP-территорию. Так что в нашем распоряжении получается 3 бассейна. Мы можем гулять от одного к другому. Был бы детский бассейн, конечно, с подогревом. Было бы вообще замечательно детишкам. Но холодноватый. Либо хотя бы на улице теплее. Сегодня 21 градус. Прохладный ветерок. Конечно, если бы было 30 градусов, то и можно было бы и в этом бассейне купаться в детском. Ну, тут территория более благоустроена, потому что это 1-й коттедж, который был построен в усадьбе.
детская зона. Вечером здесь ставят батут, надувают на 2 часа 100 рублей. Тут вот летняя кухня, летняя веранда, где можно готовить еду. Что, кто победил? Ну, тут бассейн. Различные клумбы, очень красивые. Фонари, которые вечером подсвечивают. Вот такая территория. Территория небольшая. Там вот есть качель. Территория небольшая, но уютная. Мы жили вот на втором этаже 2 года назад в пандемию. Усадьба работала. Немногочисленные усадьбы работали в пандемию, базы отдыха. Тут качель. Вот мне нравятся здесь елочки, голубые ели. Смотрите, какие красивые. Шикарные. И запах от них идет такой потрясающий. Здесь есть душевая, есть туалеты на улице. И также кафе. Вот в этом доме на первом этаже кафе. Кафе хорошее, кормят вкусно. Верончик уже в туалет сходил. Вот такая усадьба жемчужина. Да, еще и здесь баня. Вот это баня. Состоящая из 3 коттеджей. Видите, здесь поживее. Здесь, конечно, номера дешевле. И народу больше. Теперь тут отдохнем немного, поплаваем. Каждый раз, каждый новый бассейн, он боится. Этот бассейн глубже. Мне прям по подбородок. Ну вот, Сергей. А тебе гора. Стоит, а мне даже еще вон ниже. Там. Он стоит полностью на ноге, а я на кончиках пальцев. И то почти до носа. Все, а в нашем бассейне Уходим. Там где-то 1,50 м. А что будешь? Давай ручками тоже сам плыви. Теперь по одной руке отцепляй. По одной. И расслабься. Вот. А ручкой-то тоже, Мирош, работай. Теплее будет. Хороший номер. Номер небольшой. Нас сначала заселили в один номер в пятиместный. Потом переселили. Мы сутки пробыли в пятиместном. И потом нас переселили в 4-местный. Освободился 4-местный. Вот. Номер нас устраивает. Очень удобные кровати. Номер теплый. В принципе, для нас просторный. Все необходимое в номере есть. Тихо, спокойно. Единственное только, что не нравится в этой усадьбе, то, что здесь не единая территория. То есть она такая, знаете, так скажем, раскиданная, и территории у каждой, в каждом корпусе разные территории. Есть VIP-корпус, у него своя территория, и есть обычные корпуса с обычными номерами, у них другая территория. То есть приходится переходить с территории в территорию. Но это такой, знаете, небольшой минус. Ну, а так, в принципе, бассейн, конечно же, теплее оказался. Ну и, в общем, теперь мы отдыхаем здесь. Ну и нас все устраивает. Но главное, что и цена, ну, можно сказать, практически на 3000 в сутки дешевле. Вчера вы уже, наверное, обратили внимание на мой
загар, обгар. Вчера мы прям сгорели хорошо, причем очень для себя неожиданно. Такого, знаете, палящего солнца не было, 21 градус температура. И было достаточно облачно, но тем не менее, вот каким-то образом мы успели сгореть. Я была в очках, и у меня, смотрите, переносится белая. Лоб, нос красный, в общем, и грудь, и плечи, все сгорело. Вчера мы весь день просто провалялись у бассейна, и ничего не делая, купались, лежали, ну, такое было настроение. Ну, вчера вечером я поговорила по видеосвязи с Данилом, уже у нас есть новости, кому, я думаю, что кому-то будет интересно. В первый же день, когда его забрали, 30 числа, Кемерово, в первый же день приехали покупатели в распределитель, и он уже знал о том, что его забирают, забирают его в Амурскую область. Вот, и вчера, 1 июня, он уже покинул Кемеровскую область, выдали форму очень красивую, прям как с иголочки, и по нему прям идеально село. В общем, забирают его, ну, уже забрали в Амурскую область. Забирали его не с Кемерово, а то есть их с Кемерово повезли на станцию в город Тайгу, и у нас бабушка поехала в Тайгу вчера, собрала ему там сумку с продуктами, денежку в дорогу, в общем, поехала его еще раз там повидать. Так что они с бабушкой, Данил с бабушкой вчера повидались на вокзале, ну, наверное, часа два они просидели, звонили по видеосвязи, посмотрела я на своего сыночка в форме. Так, я уже начинаю плакать. Надо себя брать в руки, потому что так два дня в таком состоянии. В общем, настроение у него хорошее, и главное, и вот это вот очень сильно радует, что у него хорошее настроение. И как бы и мы успокаиваемся, зная, что он не разочарован, пока он не разочарован. Даже, я бы сказала, форму он уже так с гордостью на себя надел. Мама говорит, он все там поправляет, все складочки, там в берце все заправляет. Ну, как-то хвастается. Баба, смотри, какие у меня берцы, там то да все. Ну, видно, что уже в настроении он хорошим. Поэтому вот после разговора по видеосвязи с ним, прям, ну, я начала успокаиваться. Я вижу, что он в настроении. Он едет служить с настроением. Хотя, конечно, он не хотел в армию, но сейчас у него все хорошо. Так что поговорили по видеосвязи. Бабушка там сфотографировалась с ним. Вот. И сегодня уже можно начинать отдыхать. Потому что нам остается совсем чуть-чуть, совсем мало времени. Будем работать. И ждать следующего отпуска. Ну все, дорогие мои, буду на этом заканчивать свое видео. Очень плохая здесь связь на Алтае, невозможно выгрузить ничего. Я два дня гружу видео из Новосибирска, грузится два дня. Вот. Сегодня погода хорошая, теплее, чем вчера. Ну, посмотрим, какие у нас будут планы. Но сегодняшний день я вам покажу уже в следующем выпуске. Все, всем пока. Thank you.